У зайца нет бога, у орла нет бога, у медведя, у жучка, паучка, червячка нет богов. А люди без богов жить не могут. Ну, такая у них мыслительная деятельность. Всего боятся, жить желают вечно. Зачем, непонятно. Ну вот, хочется людям жить вечно. А как жить вечно? С помощью какой-то сверхсилы, что они хорошие. И Бог, который их создал, за их праведное или правильное моление, мышление, хотение, продлит им жизнь, сделает вечную и защитит от пагубных напастей. Если бы у людей один был Бог, было бы понятно. Но богов много-много. На начальной стадии так называемое многобожие, потом однобожие. Самые сильные не цивилизации, а как там, державы и какие-то сильные властелины под свое крыло, своей властью утверждают свои порядки. Вот у славян были свои боги, но местные власти посчитали, что такие боги их не удовлетворяют. Нужны особые, прогрессивные, которые хорошо умеют управлять людьми. За тысячелетнюю историю на Руси тоже утвердилось христианство. Это у славян. У тюркских народов утвердилось мусульманство. У северных, не знаю, там до сих пор будто бы они верят в те же религии, что и окружающие их сильные люди мира сего, но поклоняются идолам, и золотым бабам, и шаманам, и прочим духам. У меня вот, не знаю, как быть биологом по призванию, изучать в школе биологию, физику, химию, потом в разных университетах, и все равно потом верить в богов как-то уж совсем непонятно. Прогрессивные люди имеют мыслительную деятельность на уровне 40 Гц. Ну вот там профессора, кандидаты, доценты, академики. А люди обычные имеют иногда 3-5 Гц мыслительной деятельности. Это на уровне 3-летнего, 5-летнего ребенка. Но с такой мыслительной деятельностью люди не могут отрешиться от внешних соблазнов, навязываемых другими более сильными личностями. Вот я думал, чтобы в своей жизни иметь
на уровне достойном человеческого мышления. Живу полгода в глухой деревне. Здесь нет никого. Вот у меня здесь сделаны... О, вон там еще одну не видно. Люди, которые охраняют мой быт и жизнь вокруг. Вот там в 2 километрах железная дорога, так сюда доносится шум от идущих поездов. Сейчас людей возят мало по железной дороге, а грузы возят много. Россия транзитер из Китая, Кореи, Японии везут в Европу и обратно. Ну, возят тут еще уголь куда-то, в Череповецк, бочки с мазутом, с нефтью, с бензином и разнообразные контейнеры с товаром. Туда и сюда, туда и сюда. Вот. Ну, молиться обычным богам как-то стрёмно. У меня были предки. У предков были свои боги. Их всё-таки потом склонили к мышлению более низкого порядка. Но на генном уровне осталась память предков. Были у нас боги Перун, Сварог, Рот, Мокош, Вышень, Крышень, Велес и прочее. Вот, живя в глухой деревне, я сделал себе алтарь Перуна. Деревня хоть и находится на горе, так называем, но здесь камней нету. Видимо, когда-то было море, и каменные конкреции постепенно заилились глиной. Здесь почвы в основном глинистые, песка мало, а глины много. Но я походил по окрестностям и нашел где-то там, сям различные камни, леденцы так называемые. Это не песчаник, а камни гладкие, твердые. Вот я их стаскал по возможности в одну кучу и сделал алтарь в виде ладьи. Вот здесь это боковая часть. Я где-то перед домом сижу, вот у меня там окна. Дому 120 лет, а может даже больше. Еще до революции Октябрьской, социалистической, еще при царях этот дом делали, он рассохся, в землю ушел на, ну, наверное, венца на 2, на 3. Вот тот угол повыше, а тот угол совсем вниз ушел, перекосило его немного. Ну, как-то вот живу еще. И вот перед домом из камней сложил алтарь Перуна. Ну, поклоняться богам – это низкая мыслительная деятельность. 3-5 герц. Я допускаю, что и у меня иногда бывает такая мыслительная деятельность, но все-таки есть надежда, что она более высокая. А в деревне дел, конечно, много, с утра до вечера ничто не переделаешь. Дрова, козьба, сад, огород, пчелы,
бывает охота и рыбалка, и все что угодно. Посадка деревьев, травянистых растений, изготовление нужных в хозяйстве предметов, обихода и прочей деятельности. Но сделал вот я алтарь, здесь вот цветочки посадил. Нынче очень сухое лето. Май был сухой, июнь жаркий, и июль еще жарче. Вот недавно дождик выпал, ну что-то помочил. Там он у меня в алтаре растет можжевельник. Любимое мое растение из древесных. Рядом где-то вон жасмин маленький, но его-то я пересажу. Что-то тут еще растет. Астры там вон, любистолк. Еще какие-то растения. За ним там вон липа в виде арки я сделал. Ну, вон там крыльцо. А тут алтарь Перуна. Понятно, я читал исторические книги на темы богов и всякой другой деятельности. Но следовать действиям людей как-то не хочется. Люди странные существа. Вот говорю, заяц бегает, щиплет травку, кушает, спасается от хищников. Хищники, наоборот, бегают за зайцами и прочими мелкими животными, догоняют, их кушают. У них вся деятельность проходит в естественной среде и естественной жизни. Люди придумывают себе различные развлечения. Ну ладно, там спорт, искусство различное, музыка, живопись. Артисты развлекают их. И вот религиозная деятельность тоже придумана на потребу нужным людям для развлечения всех остальных. Занимают себя разными выдуманными историями. А я тоже развлекаюсь своей жизнью. Есть алтарь Перуна. Иногда можно прочесть какую-нибудь собственную хвалу данному персонажу. Например, такую. Перун всемогущий, великий Перун, да славится имя твое, ты нивы и долы, леса и просторы собрал во владение свое. Славься, Перунова, знатная доля, да будет отрадный покой, все звери и птицы, деревья и травы, с тобою, Перун, и со мной. Перун вседержитель, сварог всемогущий, и Велес, и Мокош, и Вышень, и Рот, да здравствует созданный вами навеки великий и могучий славянский народ. Славься, держава,
Перунова, сильная, да будет покой и простор. Отрада великая наша Перунова нас торжество коммунизма ведет. Вот не хотел, а у меня само произвольно выходит. У меня же импровизация, что-то говорю. Вон там стало слышно, поезд где-то идет. 2 километра его слышно. А у меня воспроизведение собственных мыслей. Ну и вкрадываются туда мотивы из детства, из жизни. 40 лет жил в 20 веке, 20 лет с лишним уже живу в 21-м, жил в Советском Союзе, живу в Новой России. Вот если без религии люди не могут жить, ну, плохо им, то вот в России, например, неизвестно, к чему люди стремятся. Вот им предложили, нет, когда-то они жили и в первобытном общинном строе, и в феодальном, там было крепостное право, потом крепостное право отменили, сказали, строим капитализм. Капитализм строить не понравилось. Сделали революцию, 72 или сколько там, 73 года строили социализм, мечтали о коммунизме. Ну, коммунизм — это вообще недостижимо для людей какое-то понятие. Но что-то они строили, потом все сломали, теперь опять строят, говорят, капитализм. Рыночные отношения. А, видимо, в России рыночные отношения, ну, типа, не как на Западе. Чистый базар. Не свойственно российским людям жить в прогрессивном обществе. Сразу друг друга начинают обманывать. Один обманет другого, тот обманутый начинает мыслить и думает, если меня обманули, так теперь и мне положено обманывать других. И цепная реакция, цепочка идет, один обманывает другого, тот третьего, пятого, десятого. Все начинают обманывать друг друга. Чиновники, ну, эти олигархи там всякие, капиталисты, буржуи, ладно, это что-то здесь будто бы производят, не производят, все деньги на Запад гонят, даже если туда газ, нефть вот вывозят, а там деньги оставляют, ну, немножко сюда привезут. А вот чиновники, им также хочется всем жить, как олигархам. Вот очередного какого-нибудь коррупционера поймают, начинают снимать его апартаменты. И первым делом покажут золотой унитаз. Вот говорят, ой, в доме золотые унитазы. И сразу люди начинают, да... Нехорошо наши чиновники живут. Пройдет неделя, другая или месяц, опять какого-нибудь коррупционера поймают, опять покажут его дом, и опять золотой унитаз. Это главное у нас в жизни достижение – это золотые унитазы. Лепнина, золотое барокко там они...
всякие фрески делают и прочую золотую мишуру в своих домах. И будто бы это никто не знает, не видит. Потом вдруг кто-то кому-то разрешит посадить этого коррупционера. Людям покажут, они говорят, о, мы так же хотим. Но всем-то невозможно. А вот идут в церковь или в мечеть, в синагогу, в дацан. И молятся своим богам. А у меня в глухой деревне алтарь Перуна. Вот он, как выглядит. Там цветочки, там дом. А здесь алтарь. Перун всемогущий, великий Перун, да славится имя Твое.